Привет, друзья. 911 прям у тебя, прям реально. Итак, ребята, сегодня вот немножко поискал просто на дороге. Вот, выкопал такую вещь. Безусловно, это кремень. А вес у него очень большой, минимум 9 килограммов. Изучаю. Яйцо динозавра ищу. Ну, это кремень. Я вот изучаю. Вот это обычный кремень. Но он такой интересный, яшмовидный. Но это не значит, что я его домой сейчас заберу. Он будет здесь лежать. Вот, ребята, да? Люди интересуются. Видишь как? Так, ребят, в общем, такой кремень. И у него очень интересное есть включение. Яшмовидный или яшмовый, то есть разный, включаем полосатый. Но самое интересное, что он имеет здесь вот полосы, вы видите. Он имеет еще корку древнюю. Вот здесь можно увидеть вот эту древнюю корку. То есть он был в корке. О чем это может говорить? То, что он имеет структуру разноплановую, то есть это конкреция, это была большая вот такая конкреция, минимум килограмм на 30, я думаю. Потом это все оконемело и превратилось вот в такой камень. На меня он интересует, конечно, с исторической стороны. А раньше он мог быть яйцом динозавра, каким-то другим яйцом какого-то животного другого. Но мне кажется, из него уже очень проблематично что-либо делать. Какие-то орудия труда древнего человека. Вот видите, какие отверстия здесь. Как будто бы какие-то водоводы, да, этих, как бы и у цыплят у нас, да, всякие прожилки, канальчики, по которым питается живое существо. Поэтому не исключено, что здесь был маленький динозавренок или какой-то большой крокодил древний. Тут вот вообще какие-то отпечатки, какого-то лапка. Смотрите, вот начинаешь изучать. Лапка крокодила кого-то, да, отпечаталась. Может, новорожденного не совсем. То есть, хоть что, ребят, мы этого не знаем. И когда ученые говорят, что это просто не может быть, ну, они не хотят признавать, что кто-то, а не он, не тот конкретно ученый нашел тот или иной предмет, артефакт. Во всяком случае, сейчас я его никуда не понесу. Я его спрячу в кустиках здесь, чтобы потом подробно изучить. Мне просто интересно, ребят, просто интересно. Вот я вернулся, в принципе, в свой образ, то, что я занимался до армии, до занятий живописью, до того момента, как я решил пойти выполнять интернациональный долг в Афганистан. Я вот был таким парнишкой, который мечтал найти живого динозавра. Вот здесь, смотрите, да, идет такое ощущение, что отпечаток аммонита, да, чуть-чуть, что он прислонился, вот если по кругу здесь провести. И такой вариант может быть. То есть уже потом на оконемелостях. Так что вот такой интересный кремень, которому, безусловно, не одна сотня миллионов лет. И что самое интересное, из него можно сделать произведение монументального искусства. Но это будет уже, наверное, в других главах, в других частях моего расследования такого палеонтологического. Очень интересная вещь. Любой камень, он как человек, он обладает вот такой сложной энергетикой, друзья. Все, спасибо. Спасибо за внимание. Что у нас там с мостиком? Мостик пока еще стоит.